сорт острого перца Black Scorpion Tengu. Переводится как черный язык скорпиона. Этот перчик относится к виду Capsicum annuum. Вот посмотрите, как он созревает у нас интересно. Сначала наши перчики становятся вот такие вот темно-темно-фиолетовые. Плохо камера, экшн-камера плохо передает цвета. И как бы сблизи она плохо показывает. Ну, я надеюсь, вы увидите. Потом он становится зеленым. Вот таким вот. Вот он, видите, переход у него. Вот он идет. С фиолетового становится зеленым. Потом становится такого горчичного цвета. И переходит в красный цвет. Срок созревания такого перчика 80-90 дней. Острота у перца от 30 до 60 тысяч скобелей. Высота кустика может достигать от 50 до 70 сантиметров. У перчика пряный, прямо насыщенно пряный аромат. Видите, он чем-то похож на сладкий перец. Только мини, маленький. Вот такой вот красивый перчик. Кустики не очень высокие. Цветы у него фиолетовые. Вот такие вот. Очень красиво. Вот еще один кустик. Вот смотрите, эти какие они маленькие. Вот такой он внизу. Но они могут быть и немножко и вытянутой формы. Чем больше у него корма, тем он становится немного длиннее. Вот его форма. Видите, какая? Вот такой вот он формы. Вот переход зеленого на красный цвет. Если мало света, ствол не такой фиолетовый. Вот видно. Это растение многолетнее. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике. Дает большие урожаи. Это, как можно сказать, средний-ранний сорт. Плоды дает постоянно. Так что советую вам такие перчики выращивать у себя дома. Вкуснейшие. Вкуснейший сорт. Вот видите, он продолговатый. А здесь более такие перцевидные. Выращивайте и получайте массу удовольствия.